Всем привет, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, ребяточки, с вами Катанина. Так, ребятки, видите, у меня тут что у меня тут? Да, тут сегодня брали кровь. В общем, сдавала сегодня анализы. Вот, сдала сегодня анализы. Была сегодня у врача. Вот даже, прикиньте, частные врачи даже в День народного единства работают. Да. Кстати, всех с праздничком, всех с праздником, Днем народного единства, ура! Да, в общем, была сегодня у врача. Вот, как всегда, знаете, начитал с комментариев. Вот, пошла проверяться. Вот очень многие пишут, что у меня желтая кожа под глазами. Вот, желтые уши. Сама, знаете, на монтаже что-то заметила, вот, что какой-то цвет. Вот. Но я вообще, знаете, я использую фильтры, сразу признаюсь. Фильтры под краски. То есть, чтобы кожа немножко была поровнее, цвет, потому что если без фильтров, картинка будет не очень красивая, потому что не всегда хватает освещения. Да, и вот я там немножко подсветку делаю. Может быть, как-то цвет менять там или еще что-то. Короче, сходила сегодня к врачу. Вот. Ладно, я уже умылась. Блин, спать хочу, не могу. Вот, сходила сегодня, короче, к врачу. Вот, говорю, так и так. Вот, мне говорят достоверные источники, что у меня, оказывается, желтая кожа. Под глазами, уши там и все дела. А вот, она смотрит. Да все у тебя нормально. Да все у тебя нормально. Я говорю, ну вот, вот здесь, вот, вот здесь, вот там туда-сюда. А вот, он говорит, во-первых, ты рыжая практически, да? То есть вот эти вот веснушки и прочее, это рыжая. Раз. Во-вторых, если бы у тебя было уже что-то отражалось на коже, то, соответственно, у тебя уже склеры глаз были бы, соответственно, уже такой, знаете, коричневого оттенка. А у тебя все чисто и красиво. У тебя белые глаза. Глаза белые. То есть нету никаких либо изменений. Вот. Поэтому, типа, не обращай внимания, все у тебя нормально. А то, что бывает желтая кожа, это, знаете, особенности организма. То есть, ну, у кого-то там пигментные пятна там или еще что-то. У меня из-за того, что у меня веснушек много, вот такой вот цвет кожи. Тем более, вот здесь вот как тонкие сосуды или что-то такое. А, кстати, вот сказать. А вот, тонкие сосуды или что-то такое, и, соответственно, из-за этого у тебя пошли такие изменения. Вот. Так что. Сейчас, секунду. Так что ничего страшного нету. Все, как говорится, нормально. Все нормально. Все нормально. Так что, такие дела. Все у меня замечательно. Сходила к врачу, проверилась, но сдала на всякий случай анализы. Чтобы посмотреть, я говорю, ну давайте я хотя бы сдам. Вот, пожалуйста. Вот, сходила, сдала. И все. Была, кстати, у эндокринолога. А вот. Говорит, у тебя хорошо, не обращай внимания. Кто что говорит, кто что пишет, не обращай внимания. Я как врач себе заявляю. Так, сейчас сделаем чуть вкусно. А, кстати, забыла еще рассказать. Вот сейчас зашла, купила всякие тут овощи. Вон, Вовану орехи купила. В общем, на 3500 всего орехов ему там взяла, короче, грецких там и прочее. Вот такие вот эти всякие разные. Грецкие, миндаль, фундук. Там, короче, по килограмму почти каждого вида. Вот, кешью еще тоже. 3500 ушло. Так, взяла еще огурцы. Вот такие вот хорошие. У нас огурцы последние уже закончились. Мандарины мелкие. Мне вот в подарок еще лимончик дали. Вот, дальше. Взяла вот такую хурму свечка. Очень такой интересный вариант. Ну, попробовать, что за хурма такая. Вроде говорят, шоколадная. Вот, и помидорки. Вот, и плюс, говорю, по килограмму орехов там мне по 900 отдали. Очень выгодно получилось. Там, короче, кешью, миндаль, фундук и грецкий. 4 вида. Получилось так. Где-то там полкило взяла, где-то килограмм. В общем, нормально. Еще мандаринчик дали. А я говорю, у меня что-то, знаете, закончилось все. Закончилось. Так, рыба есть, это есть. Что у меня рыба вообще жирится. О, знаете что? Дайте-ка я сейчас вот эту. Надо анигири съесть. Сегодня хотим это поехать по делам. Так, подождите, я сейчас разберусь. Что я, блин, не выспалась, у меня такое состояние, не состояние. Кружусь,
чувствую здесь. Все нормально. Уху летяну. Все нормально. Кто там что говорил? Знаете, склонна я все-таки верить больше врачам. Я к ним уже часто бегаю. Ну, знаете, тоже вот начитаешься комментариев, тоже подумаешь, что что-то не так у тебя. Блин, знаете, что забыл купить? Вот этот лук. Вроде про лук говорила и забыл. Так, руки еще. Подождите. Мандаринчики. Так, я вот эту хурму еще хочу сейчас попробовать. Что за хурма свечка? Я еще Оля вчера смотрела в Уралочке. Вот, там Сафар купил этот целый ящик этой хурмы. Надо еще попробовать, что за хурма такая. Вроде нормальная. Надеюсь, что будет вкусная. Свечка называется. Свечка. Все нормально. И вот этот, и лимончик, да. Лямон. Надо его съесть вообще. Лямон. Лучше б яблоко дали. Так, что у меня? Ой, ну так это меня колбасит вообще прям не могу. У меня такое ощущение, что я сейчас сознание потеряю. Как от недосыпа у меня. Спала сегодня, знаете, сколько? Хотя вроде хотела пораньше лечь. Спала где-то часов 5. Вот-то я не выспалась. Так, надо сейчас, знаете, что еще? Налить суп. Ой. Я тут еще икра осталась. Черная, красивая, вкусная. Короче, всего полно. Ну, можно из дома вообще не выходить. Я сиди дома, жуй вкусняшки. На улице такая погода. Не очень хорошая. Сейчас вот снег шел. Спать хочется. Очень хочется спать. Ой, ну а все дела вот съездить. Я ж тут покупала, короче, вещь. Вот этот свой свитер Лиссабон. Вот. В небе. А там сегодня будет розыгрыш. В честь Дня народного единства. Вот. Там будет сегодня розыгрыш каких-то подарков. Ну, что, по-моему, то ли iPhone разыгрывают, то ли деньги разыгрывают. Как раз сейчас с деньгами проблемы. Ну, как проблема? Особо, конечно, проблем нету, но хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше, но тем не менее. Все. Конечно, денег много не бывает. Так, немножко. Не хочу много наливать. Ни Вовану, ни себе. Вкусно. Хорошо, блин. О, как меня накрывает. Прям накрывает, знаете. Так что-то глаза закрываешь и прям так. Понесло. Честно, я не хочу никуда идти. Я больше поспала бы дома. Он так меня тащит. В принципе, рыба у нас есть на ужин. Сыр и яблоко. Слушайте, а у нас кофе есть. Уж кофе бах. Холодный кофе. Сейчас чайку сделаю немножко. Сейчас срок годности не такой. Сегодня до сих пор. О, нет, надо есть. Надо есть, а то до 4-го. А сегодня как раз 4-го. Точно. Надо съесть алигири. Так накупишь, потом забудешь. Оно стоит. Портится. Ой, у нас так много сейчас это ремонт делают же в подъезде. Там столько грязи вообще. Что-то они белят, делают. Вчера вон дверь все мыло. И что вы думаете? Опять уже куча грязи налетела. Ой.
надоели уже, конечно, все равно. Здесь ремонт, там ремонт, один ремонт. Кругом один ремонт. Вот поэтому я не хочу делать ремонт у себя там в квартире, на кухне и прочее. Потому что, ну, знаете, это один вечный ремонт. Ты уже думаешь, ну, как скорее бы это закончить. Ой. Значит, все у меня нормально с ушами. Ну, действительно, во мне, знаете, прям какие-то сомнения породились, что, ну, как-то там. Действительно, знаете, на монтаже смотришь, и действительно, иногда смотришь, действительно желтоватый оттенок. Но это вот особенности организма. Вот, плюс я опять же повторюсь, да, использую я фильтры, но использую я фильтры чисто для картинки, чтобы она была поярче, почетче, вот, посочнее. Потому что сама камера выдает не очень яркий картинку, вот, и чтобы было поярче, я вот так делаю. Могу даже вам, знаете, вот, сейчас подождите, какая минута, 11-я минута, давайте я минуту включу, сейчас, если не забуду, включу вообще без фильтров, без всего. И вы посмотрите, какая картинка лучше, какая хуже. Вот, 11-я минута, вот закончу. Если не забуду, то поменяю. Или, может быть, в конце видео уберу хвостик. Смотрите до конца. Уберу хвостик именно вот этого фильтра. Вот. Уже раскрыла тайну, да, что я использую фильтры. Но фильтры чисто постобработки. Причем, кстати, очень многие монтажеры это используют. Вот, и можете посмотреть мои там уши, не уши. Желтые у меня, синие, какие там. Склеры, склер глаз. Вот это вот белое, вот этот белок, соответственно, если он в нормальном состоянии, то ничего с вами нету. Я говорю, я вчера полезла, там читала что-то, вот к врачу писала, сходила сегодня. Анализы сдал. На анализы скоро придут. Вот. И если там все нормально, то... Меньше мне нужно читать комментарии. Тогда будет все нормально. А то, знаете, как зачитаешься и все. Ищешь себе проблему. А проблема-то не во мне. Проблема-то в другом. Люди где-то ищут проблемы. Так. Быстро. Блин. Вот как помните, мне наркоз делали? Вот, примерно такой же стоит. Полетело. Полетело. Состояние. Нестояние. А все почему? А все потому, что я не выспалась. Выспаться в наше время это очень полезно. Высыпаться. Вообще от недосыпа все проблемы. Надо недельку съесть. Обязательно. На последний день. Последний день. Блин, всю квартиру отдраила. Всю. Всю квартиру. Надо все-таки, знаете, взять немножко перерыв. Вот, потому что я говорю, я так устала что-то, знаете, с роликами, со всем этим. Что я устала. Я говорю, я не высыпаюсь. Говорю, вот уже зайдешь и начитаешься. Вчера про яйца эти начиталась. Сегодня про это уши там, понимаете. Короче. Надо немножко отойти от этого темы и как-то немножко расслабиться. Дать себе шанс немножко отдохнуть. Это хлеб, ладно? Что-то я не хочу хлеба.
Хотя, знаете, тут такой вкусный хлебушек-то. Так, чайник. Сейчас немножко сделаю чаю, и он кофе попьем. Кофе еще сегодня не пила. Вот, ну, короче, уже успела сбегать. Такой вишневый раствор, да? Хороший на руку. Ой. Плюс погода. Погода. В общем, что хочу сказать. Не лечитесь по интернету. Ходите к врачам. Не слушайте советов всяких людей, понимаете, непонятных, неизвестных. Обязательно лечитесь только у врачей. Вот, потому что, знаете, вот интернет открываешь, ты у себя можешь найти 100-500 заболеваний, которых у тебя, в принципе, нету, понимаете. Но у тебя здесь симптом, там симптом. А мне врач сказал, что все у меня нормально. Ну, на всякий случай, раз уж я пришла, я говорю, давайте я сдам анализ. Ну, пожалуйста. Скоро мне еще придет анализ. Что там будет? Что там пишут? Я там общий сдала. То есть печень. Блин, какой вкусный. Так, что? Вишневый. Обалденный. И хлебца. Так, немножко. Оп. И сделать цветом. Цветочек вдоль ночной воды, одинокая, стою на берегу, вижу отражение своей мечты. Тара-тара-тара, поверить не могу. Так, вот хлеб я прям так положу, можно было брать. Вот отсюда. Хлебушек. Все. Отчет сделан. Говорится, жизнь. Удалось. Все хорошо. Не, ну сегодня надо сходить, потому что у меня и купон это есть. Вот вдруг что? А вдруг выиграю? Плюс надо мне этот еще. У нас это банковские делишки. Еще надо сходить сейчас. А там как раз в небе там полно этих банкоматов всяких разных. Пакей как хочешь. Сейчас он, кстати, еще и с этим с мужичком общалась, который, ну, это овощи, там фрукты продает. Он это, я говорю, вам куда? Говорит, мне вот на счет перевести, мне надо Сбербанк. А вот. Я смотрю, там комиссия. Я говорю, а можно там оплатить картой? Он говорит, ой, а можно, пожалуйста, не картой, ля-ля-ля. И, в общем, короче, разговаривались. Говорит, раньше вот эту вот комиссию, с которой с них брали, она была, знаете, какая? 2,5. То есть за то, что вот человек раз считывается картой, 2,5. Он говорит, сейчас 8,5, прикиньте. Так называемый эквариум. Вов, убирай кровать. Вот, прикиньте, 8,5, обалдеть, да? Что-то мне кто-то вспоминает. Икаю. Зевоты и икоты одновременно. А вот, и, короче, говорит, 8,5. Я говорю, ну ладно, ничего страшного. Вот, перевела себе на Тинькофф, и с Тинькофф уже на это, на, закинула ему. Потому что почему-то я перевожу другой карты, и мне прям показывают, комиссия на Сберперевод. Прикиньте, как вот это, походу, из-за того, что ставка выросла, вот этот эквариум тоже вырос. 2,5, говорит, а сейчас 8,5. Вообще. Жесть. Ну, я вам говорю, вы там подключите какой-нибудь этот, как называется-то, у нас Сбер, я не знаю, то ли Сбербизнес, то ли что. В общем, так, чтобы вот ему можно было переводить деньги, при этом с меня комиссия не списывалась. Я знаю точно, там у них есть какая-то такая штука. Потому что, ну, странно, да, по номеру телефона переводишь и еще комиссию платишь, ну. Сбер, конечно, какие-то такие правила дурацкие. Непонятные. Непонятные правила. Так. У нас вот все сладенькое, вкусненькое. И онигири. Ну, доедать. Не хочу этой колбасы, его вам не хочу давать. Потому что не так очень много. Ее ест
Короче, ладно, все. Болтать больше не могу. Кровь у меня сегодня опять взяли. Ох. В общем, нужно снова переставать читать комментарии. Потому что, знаете, мне там столько болезней прописывают, а по врачам не забегаешься. Вот, слишком дорого это все проверять, теории, вот, искать у себя болечки. Вот, так что нужно заканчивать. Вот. Ну и вы тоже, пожалуйста. Вы, если не врачи, то не ставьте диагнозы. Вот. А если считаете, так что. Это ж мое здоровье-то, не ваше. Так что вот такие дела. Все, люблю всех, целую, всем хорошего настроения. Всех с праздником, Днем народного единства. А мы увидимся в следующем выпуске. Спасибо. Пока-пока. Приходите на мой банк. Пойдем.